Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Итак, карта сюжетных приключений. Вторая линия, третий остров. Ну что, поехали. Отправляемся в первую поездку. Тут я еще не была, тут меня уже ждут. Наверное, уже третья открыта, я знаю. Но после второй сразу будет третья. Итак, затерянный склад нам подарят. Это явно будет... Ой, у нас что-то такое уже есть. Будет еще плюс один тотем. Тут у нас какой-то странный дядя, то ли, не знаю, чертик какой-то. Не знаю. И вот эти монетки вот эти. И на 100% расчисточку у нас тут монетки. Это что-то такое странное. Ну, явно пригодится. Нам пригодится все. Задание, сюжетная линия, да, конечно же, есть. Найти могилу отца. Это первый вариант, что нам первое, что надо сделать. И далее следует после того, как найдем. Так, давайте откроем сразу тут большие камни, эти они запрятаны. А сами понимаете, этот остров с той серии, куда никому не обратишься, никого не попросишь. Как говорится, люблю все делать сам. Ну, люблю, не люблю, но чистить будем самостоятельно. Первые два я расчистила на 100%. Кому интересны подарки, видео с подарками на канале. Приглашаю, пожалуйста, смотрите. Кто не подписался, есть такая уникальная возможность это сделать сейчас. Ой, какие здесь красивые цветы, красные, прекрасные. Дяденька расстроенный, ой, расстроенный. Дополниловку я не вижу, да? Но надо бывает, что она позже появляется, бывает, что нет. Что дяденька хочет? Хочет разбить лагерь. И за это подарить нам 100 энергии. Кому надо 100 энергии, помогаем человеку с разбиванием лагеря. Но сначала давайте разобьем что-нибудь рядом с большими камнями. Я решила пойти другим путем, собирать кукурузы. Не знаю, зачем она мне, но... Все равно чистим 100%, поэтому берем, пока дают. Пригодится, растет долго, очень недолго. Я даже не помню, я ее не садила 100 лет уже. Что-то кажется, что 8 часов. Так, в общем, я это место очистила, смотрим. Построили, получили 100 энергии, стало 243. Ха-ха-ха, это радует. Так, 70, 70 мы пройдем и так. А что надобно нам? Вот еще, кстати, нам помощник к энергии. Сейчас уберем два больших камня. Почему нет? Это у нас 72. И еще раз 72. Ну, да. Второй раз 72, конечно, не очень здесь смотрится. 5, 6, 7, 8, 9. Объясню почему, потому что вот как-то 22, вот 10, 22. Ну, теперь вот тут 122. Ага, еще 2. Раз, 2. Ну, давайте еще хоть пару, вот. Ай, 3 энергии сегодня не хватает. 2. Медленно, уверенно. Мы таки идем к цели. Ладно. Сейчас попробуем сделать вот так. И 93. Раз, 3. Тихо, тихо. 4. 90. Ну, вдруг одна энергия выпадет. А если не выпадет, то есть еще один шанс. Вдруг одна энергия выпадет. 43. А если не выпадет, мы поможем. Сделала 99. Ха. Вечно мне чего-то не хватает. Один. Так, а тут есть огонь. А тут у нас грибы. Во как. Так, приготовить ритуальную похлебку. Ну, это мы приготовим, безусловно, вырубить. А сейчас бегаю.
Да ну, жалко как-то. Ну, дайте одну энергию. Одну я уберу вот эту штуку. Ой, какие жадные. На них обиделась, что она домашняя сама возьму, раз не дают. 24, достаточно пока. Так, начинаем с чего? С рыбалочки. Да я знаю, да, хорошо, хоть что они ее улучшили, что теперь лучше ловится. Так, и мы, ой, возвращаемся на наш третий остров. Еще 16 дней, а потом новый отчет пойдет уже по новым островам. Так, мне здесь не хватает один. Ой, нет, не здесь. Здесь 93. А где? Прикольное, что напутала здесь. Здесь 93. Да ладно. Раз, два, три, четыре. Я не расстроилась. Прям ни капельки. Так, поехали дальше. Мы поедем и помчимся. Так, расчищать чего-нибудь. Это 60. Ха. О, дяденька, чистим. И надо эти вот два по 70 убрать. 40 и 30. Ну, чисто, чтобы открыть проход дальше. 40 и 30. В этом у нас уже 75. 40. Ха-ха. 75. 75. Медленно движемся к цели. Сорок. Семьдесят. Что-то я потеряла. Нашла. Ну, кстати, эти грибы надо собирать. Я их опять нашла. Волшебные грибы. Кстати, остров довольно-таки, я вам скажу, даже не маленький. Как-то мне кажется, что второй был поменьше. Не такой огромный, как этот. Я вот эту территорию чищу-чищу, но, видите, еще цветочки еще не все. Фишка в том, что заборчики. Везде у нас заборчики. Мимо не пойдешь, не заблудишься. Тут не пройдешь, там не пройдешь, пока миссию не выполнишь, называется. Типа миссия невыполнима. Так, сколько нам еще цветочков осталось? Сейчас давайте соберем просто цветочки, будет намного быстрее. Так, это сколько? 30. А, вот еще цвет. Только ощущение, что они у меня. Один собрал, другой вырос. Мне уже так кажется. Я понимаю, что они не выросли, что они были, но я вот еще вижу две штуки там в туманчике. И что пока все цветочки не соберу, ничего не сварю, как говорится, из этих цветочков. Если по рецепту не хватает, то не хватает. Так, тут у нас. Как минимум еще две штуки. То может быть и больше. А нет, уже три нашла. Где там я делала? Ха, я потеряла, где я? А, в костре. Ну, уже не так много осталось. Цветочек, цветочек. Аленький. Так, в чем дело? А, энергии мало. Кто-то плохо ел. Кстати, видели тут у меня с энергией?
Я нашла. Ну, не открываю. Так. Жду удобного момента. Кто-то может меня спросить, зачем я собирала цветочки, когда нам нужны фиолетовые грибы. Ладно. Комментариев у вас не дождетесь. А так, если не то говорю, может кто-нибудь заметит, напишет. Ай, ты чего цветы собираешь? Тебе грибы нужны? Не дождусь, да? Жаль. Но цветы я все равно соберу. У нас же 100% расчистка, не как-нибудь. Поэтому все цветы в корзиночку. Так, а грибов сколько осталось? Еще 30. Это грибы. Так. Кстати, грибы не обнаружены. Зато цветов нашла много. Что радует. Где же грибы-то? Кто съел фиолетовые грибы? Давайте этот уберем. Мне не нравится в этом месте. 43. 90. Там цветочки тоже закрытые. О, и подарочки, не только цветочки. Подарочки никто не отменял. Тихо-тихо, не хватает. Все хватает. Деревцо, конечно, одно тут. Дерево перерост, так называется. Очень много места занимает. И закрывает весь пейзаж. Вот, и грибы как раз под ним нашлись. Представляете? Ну что, пойдем смотреть. Вроде хватает. В подарок нам за это, ну, 10 супчика, по-моему. Чуть много не казалось. Ой! Я успела что-то съесть. И теперь пооткрываю то, что есть. Вот раз у меня есть. Два у меня есть. Там тоже должны быть. Энергетики. Ну хоть что-то где-то уберем и уже радость. Ого, даже 230, ничего себе. Так что не просто уберем, а убирать будем так что побольше. Так, 10 20 30 40. Есть. И еще 10-20. И 4-5. Что-то я не поняла. Я класнула на костер. Куда-то я попала. А когда я успела это? И как отсюда выйти? Что-то я не понимать. Я была здесь. А я и сейчас здесь. А, он двойной, представляете? А я не знала, что он двойной, третий остров. Я отремонтировала себе костер, себе такая спокойненькая, что у меня остался один остров и еще целых 16 дней. А фокус-то не удался. Островов 2. Как обратно вернуться? Алло. Я хочу обратно. Надо выйти домой, наверное. О, вышла. Странно. Ну, спасибо. Путешествуем.
тудом сюдом. Ты остров будем потом проходить. Кстати, что у нас тут за стоп? Ай, не успела, ладно. А по заданиям что? А, у меня по заданиям так и есть туда попасть. И там сюда, тут дальше не пускают, пока не пройдешь там. Вот так вот. Здесь все, что я могу сделать, это просто дочистить то, что здесь осталось, и все равно ехать на другой остров. Ну, ладно. Как правило, другой остров — это совсем другое видео. Поэтому мы видео заканчиваем. Всем пока. Удачной игры.